Название «Подсолнухи» охватывает большую серию полотен, которую можно определить как вариации на тему желтого цвета. Для Ван Гога небесно-голубой и желтый – противопоставление дополнительных цветов, глубоко трогающие художника – это и есть юг. Небесный свод восхитительного голубого цвета. Солнечные лучи бледно-желтые. Это мягкое волшебное сочетание небесной лазури и желтых тонов с картин Вермеера Делского. «Мне не удается написать нечто столь же прекрасное», – пишет он Тео в первые месяцы своего пребывания в Арле. На картине энергичные мазки и подпись художника. В другом письме он утверждает, что нашел в Провансе высоко звучащую ноту желтого. И этот желтый в бесконечных тональных вариациях мы обнаруживаем в форме снопа, дома, подсолнуха. Именно подсолнухи, как предмет изображения, появляются в целом ряде картин, которые, как вспоминает сам художник, очень нравились Гогену. Винсент ставит подсолнухи в вазу и пишет их с присущей ему скоростью. На портрете, находящемся в Амстердаме в музее Винсента Ван Гога, Гоген изображает Винсента в тот момент, когда он сосредоточенно пишет эти крупные желтые цветы. Ван Гог мечтает развесить подобные картины в большой студии, которую он намеревается оборудовать в Арле.